Так, запись пошла. Привет, ребят, всем, кто посмотрит это видео на ютубе. С вами Семен, и пора, наверное... Пришло время поделиться моим мнением по поводу сезона в целом. Я это делал с сезоном «Избранный», я это делал с «Beyond Light». Так что, пожалуй, повторю историю и с этим сезоном. Как вы можете понять, я не стал торопиться с выпуском видео. Я решил подождать, подождать, так скажем, первого ресета в сезоне, подождать, дождаться выхода рейда. Контент в игре появился, пушки, все, которые можно было получить, тоже в игре появились. Основная часть сюжета в игре тоже появилась. Тут я делаю акцент на том, что делаю акцент на спойлерах, которые грядут по ходу сезона и тому подобное. Я не стал, так скажем, записывать себе скрипт, что я буду рассказывать сейчас, как это было с Beyond Light и с избранным сезоном. Здесь я буду говорить от себя тяну, на ходу и тому подобное. Но не думаю, что будет сильно отличаться от прошлых видео. Итак, сезон Splicer. Про сюжет мне сказать нечего. Я не думаю, что я способен объективно судить о сюжете, потому что каждый сезон для меня заебись в плане сюжета. Я всегда люблю, когда банжи нам рассказывают какие-то новые сюжетные линии, раскрываются новые персонажи. А в этом сезоне появился тот, кого я ждал очень давно, и это Митрокс. Также банжи вернули в игру, э, так скажем, в кавычках, вернули в игру Фракции города вроде культа грядущей войны, за которой я выступаю, потому что после этого сезона выступать уже не буду. В общем, по сюжету все заебись. У нас у Икоры Рэй сменилась актриса озвучки, поэтому Икора у нас наконец-то вернулась тоже в нарратив игры. И, как мы знаем, она сыграет достаточно большую роль в «Вич Квин». До сих пор не представляю, что она там может делать, что она там будет делать, но такая вот новость у нас имеется. В общем, сюжет-нарратив заебись. И он еще не закончен, он только развивается. Очевидно, что в конце сезона мы будем бороться против той самой одержимой гидры. Ее нам затизерили в начале этого сезона в первой миссии, и уже на сайте банжи можно спалить оскверненные версии э, удалений, где у нас будет одержимая хрень, так что да, сюжет заебись. Что касается пушек, я думаю, здесь комментарии тоже излишни. Пушки в сезоне. Просто ебаный балдеж. Именно ебаный балдеж. Пушки снайдфолов, конечно, вызывают вопросы. Та же фьюженка, я не думаю, что она найдет какое-то применение в ПВП или в ПВЕ. Возможно, в ПВП, конечно, но в ПВЕ, учитывая мету шотганов, снайперок и греников, не думаю, что фьюженкам есть место, особенно в особом слоте. Ну, то есть, пушки, которые используют патроны. Хэнк Джори, пускай эта скаутка вернулась, и пускай у нее охеренные перки, и в ПВП она тоже способна творить грязь. Кто смотрели мои стримы, знает, что я с ней делал. Перк Бокс брифинг размер Дыхания, позволяет этой скаутке убивать за три выстрела в голову, что приравнивает ее к очень быстрому time to kill 0.67. И с нее стрелять очень приятно. Это касается и ПВП, и ПВЕ. Но у нее есть проблема, это то, что она, во-первых, скаутка, и во вторых у нее наверное самая противная рама в ПВЕ по урону уж точно 180 -а точная рама поэтому так скажем ложка дегтя в бочке меда скаутка заебись перхи заебись но она все еще скаутки она все еще с точной рамой что касается третьей пушки это у нас снайперка скажу прямо я ее не выбил до сих пор да я задрот который выбивает все сразу и судить не могу. Но, судя по всему, у нее тоже хорошие перки, это будет отличная сайперка для ПВЕ. Про ПВП я судить не буду. То есть в Найтфоллах пушки хорошие. В том сезоне были получше, потому что в том сезоне у нас был Палиндром, лучший 140 от в игре для ПВП, среди легендарок, потому что у нас все еще есть Ace Да, я сказал лучший, потому что тоже Фидбингер похуже, на нем чуть-чуть попозже. В том сезоне у нас был неплохой булемет и автомат, который в этом сезоне в ПВЕ после бафа этой рамы заиграл. Возможно, то же самое у нас будет э, с э, скауткой Хэнк Джури, кто знает. Дальше плейлисты. Хэнк в ПВП падает крайне интересный. Он мне зашел даже в ПВЕ внезапно, потому что у него есть мультикилл клип. Это второй револьвер с точной рамой, у которого есть этот перк. Первым был э, Хэнк Кеннон Серафимов. Но разница в том, что у с Серафимов нету перка на перезарядку, как у пер... как с у... как У Хэнкэнона с ПВП у... У есть питающая ярость, есть изгой, есть трапетит. В общем, у него все имеется. Но он очень приятный. Как ПВП, как ПВП, поэтому ему лайк. В Гамбите у нас вышла крайне интересная пушка. Солярная агрессивная Пипега. А вторая солярная Пипега в игре после Пипеги с э... профиси. Но он, если у нас профессия пипега была скорострельная, то с э, гамбита у нас пипега э, агрессивная. Поэтому она в, в ПВЕ уже априори лучше. Потому что у них побольше урона. По перкам там тоже все прекрасно. Есть переполнение, рампага, рубака, питающая ярость. В общем, заебись. И в налетах у нас падает, на мой скромный взгляд, лучший гренек в игре. Во второй слот э, пустой сосуд, Empty Vessel. Почему лучше гринник? Во-первых, потому что он солярный а это позволяет ему с помощью мода Распутина делать шишки Распутина. Самые сломанные моды в игре, которые банже рано или поздно понирфит. Но до этого момента Empty Vessel лучше и. Гриник в игре. Да, в этом сезоне у нас в артефакте есть мод, который позволяет делать шишки с пустотом сплэшем. Ну, при нанесении пустотного сплэш урона. Но, первое, этот мод только на один сезон. И второе, он стоит 3 единицы, когда мод на солярный сплэш урон, который с шишки Распутина, он стоит одну единицу. Поэтому MT Vessel получше. Получается, что в плейлистах у нас пушки тоже балдеж. Сезонные пушки. Не бойтесь, ребята, видео не будет про пушки полностью, это я просто рассказываю про лут. Сезонные пушки тоже оказались офигенные. Автомат, скорострельный балдеж. Сайдарм с легкой рамой. Я не люблю Сайдарма с легкой рамой, но этот очень даже ничего. У нас наконец-то появился кинетик Греник, и помимо того, что у нас наконец-то он появился... Помимо Mountain и Медитис Берфрайд, у этого геника есть слайдшот, который, который позволяет, так сказать, сделать некую мини-версию автоподзарядки, если вы постоянно слайдите. Пулемет неплохой, пульсовка. Заебись, потому что это у нас э, пока единственная актуальная скоростная пульсовка во второй слот, потому что все остальные у нас сдохли от сансета, та же Outlast или Horrest Лист из города Грес. Она заебись. Шотган на любителя, потому что у нас есть, у нас есть версия получше. Тот же слот у нас есть. Шотган на слаговый сезонный. У нас есть во втором слоте First In Last Out, у которого и перки получше. И выбить его похуже, конечно, но у него получше перки, поэтому да. Если у вас есть гадрол, то выбивать шотган с сезона нет никакого смысла. По-моему, по пушкам все. Возможно, я что-то забыл назвать, но по идее назвал все. Да, едем дальше. Пушки, которые Банжи решили вернуть с первого года. Мечи. Меч Титана самый ДПСный меч в игре, поэтому он априори заебись. У Хантера меч неплохой, но его главный фича в том, что у него легкая рама, то есть это по сути катана. А у Варлока вторая гильотина. Но у гильотины Варлока нет перков, что есть у обычной гильотины, поэтому он немножко похуже. Пушки ФВЦ. Скаутка на любителя. Она, у нее хорошая рама, но она на любителя. Пипега интересная. У нас, у нас есть скорострельная арковая пипега, у которой есть перк, который меняет э, архетип, ар, архетип этой пипеги с 900 на 600. Перк интересный, но его использовать не стоит, потому что в том же ПВЕ эта рама хуже, чем 900 рама. У самой пипеги есть охрененные перки. Есть трикоза, есть мультикил клип, есть питающая ярость, есть излишки. Ну так, чисто для примера. То есть в какой-то степени эта пипека не то чтобы новый реклюз, но у нее та же рама и, по сути, те же самые перки, кроме перка на дэмэдж. Но надо помнить, что Master of Arms давал прирост к урону, по-моему, 20%, а Multi-Kill Clip на двух стаках уже превосходит Master of Arms. Поэтому, да, пипега заебись. Другие пушки, автомат, э, и так и сяк. Гренек тоже, и так и сяк, хэви слот. Волт оф глаз. Сначала про пушки, потом про самрейт. уж я начал говорить про пушки. Воги, пушки, балдеж. Хэндкэнон, на мой взгляд, лучший хэндкэнон в ПВЕ, если мы не учитываем шишки Распутина. Скаутка. Та же проблема, что у Хэнк Джури, но у этой скаутки получше перки для ПВЕ. Потому что в первой колонке идет перк Вилл он же Источник. А во второй колонке идет Firefly. То есть, у вас по сути есть источник, изгой и dragonfly солярный это заебись. Пулемет. У него хорошие перки, но мне не очень нравится с него стрелять, дело в прицеле. Но перки у него заебись. Ракета тоже шикарная, И, при... и при выбив... ну, при... учитывая то, что у нас будут адептовые версии пушек свога, они же таймлост вневременные по названию, то ракета будет тупо балдеж. Переполнение и ворпл красиво снайперка. Одна из лучших снайперок, где ПВЕ контента, она уступает, по-моему, ничему, но я могу ошибаться. Среди легендарок она балдеж. Поэтому снайперка заебись. Шоти в ПВП. В ПВП он вполне себе может заменить Фил Винтер, если вас Фил Винтер задолбал за прошедший год. Уже, по сути, полтора года. И последнюю пушку я забыл. А возможно, потому что я все назвал. Да, я все назвал, поэтому да. То есть пушки у нас в этом сезоне снова балдеж. И я безумно этому рад, потому что у нас два сезона подряд в игре хорошие пушки. С хорошими архетипами, хорошими перками. И самое главное, эти пушки заполняют пробелы, которые у нас были э из-за Сансета. Вот я сейчас говорил про пушки и забыл про пушки с Сириса и Железного знамени. В ЖЗ у нас вернули хороший хэнкеннон и очень сильную снайперку для ПВП. Ну, а Рис Волкер у нас, по-моему, единственный актуальный легкий дробовик в первый слот, что является большим балдежом. И также у нас сделали пулемет, который так себе. Но лут в целом балдеж. То есть по пушкам к банже вопросов нет. По сюжету и нарративу вопросов тоже нет. Это что, получается у нас сезон почти идеален? Едем дальше. World of Glass. Рейд. Собственно, по сути, World of Glass является главным главной силой, главным плюсом этого сезона. Пускай ВОК был в первой части, пускай ВОК даже является бесплатным контентом, неплатным, как, допустим, тот же паблик Event, но ВОК получился балдеж. Они, банжи, смогли хорошо отсовременить рейд, сделать его менее душным, чем в первой части. Они смогли уменьшить время первых двух этапов, что у меня большой плюс, потому что я в первой части ненавидел каждый раз закрывать оракулы и конфлюксы, Боссфайт тоже хороший. Этап с Ораклами тоже интересен. Лут заебись. Есть, конечно, вопросы к Вексу. У меня пока что Векса нет, как, кстати, и До сих пор, да. Но Векс, походу, не очень. Что поделать. В целом, бог заебись. учитывая то, что он фри to play это большой плюс. Это большой плюс. Теперь у нас теневые энграммы и сезонный паблик-ивент вместе с миссией удаления. Паблик-ивент лично мне понравился. Не то, чтобы он понравился больше, чем батлграунды, потому что в батлграундах мне было просто весело. Бегать, убивать мобов — это круто. Вот в первые дни сезона я ловил лютый кайф от взлома. Это сезонный ивент на Луне, на спутанных берегах и на Европе. Ловил кайф, потому что я люблю ивенты, где нужно собирать частицы, и люблю мероприятия, где много игроков. И в этом плане этот ивент тоже балдеж. Сейчас я в него играю только для того, чтобы подкопить немножко валюты сезоны, да, данные вексов. В целом, ивет неплохой. Он не шикарный, он не херовый. Просто хороший паблик-ивент, за который однозначно лайк. В нем нет ничего шикарного. Окей, в нем есть шикарный элемент, это сама сеть вексов. Сеть вексов сделана просто суперски. Локации шикарно выглядят, векс ощущается круто. Саунд-дизайн просто на вершине горы. Как вексы бесятся, как там что-то взламывается. Сам дизайн просто аннигилирует все. Поэтому сезонный вент заебись. И говоря о сети Вексов, то у нас с ресетом на этой неделе появил, начались э, еженедельные миссии пиноклы, в кавычках, э, называются они удаление. Это, это те же самые миссии с, со взломом, только вы проходите их либо соло, либо соло, либо втроем, и вам по сути нужно миссию про спидранить ради триумфов. Тоже неплохая, неплохая, себе миссия. Судя по всему, у нас в этом сезоне не будет экзотного квеста, как было в сезоне «Избранный» и в сезоне «Охота». Но я считаю это нормальным, потому что на замену тех миссий нам пришел новый старый рейд и неплохой, и неплохой паблик-ивент. Говоря о теневых энграммах, то система явно стала лучше. В том сезоне, чтобы вы могли открыть хотя бы энграмма второго тира с пушкой, вам нужно было закрыть как минимум два батлграунда при использовании правильных монет кабал или как это называется, при использовании правильных рун. В этом сезоне одно закрытие, это у вас уже есть энграмма второго тира. То же самое касается энграмм третьего тира. В этом сезоне, в этом сезоне, чтобы открыть энграмму третьего тира, которого все еще только три на аккаунт неделю, вам нужно закрыть только два паблик-ивента. В том сезоне было как минимум три. Поэтому да. И если в том сезоне пенграммы третьего тира были немножко не очень, особенно по шмоткам, подстаты там были ужасные, то в этом сезоне лично из моих наблюдений явно есть улучшение. Статы стали падать получше. И говоря, кстати, о статах, могу смело сказать, что в тех же испытаниях Осириса, упаси боже, статы тоже стали падать лучше. Если в том сезоне за маяк тебе давали тотал 55, то в этом сезоне падает явно гораздо лучше. Не то, чтобы я там какие-то шмотки сохранил, но улучшение видно, оно имеется. Наверное, я проговорил все плюсы, поэтому давайте перейдем к минусам, потому что они все-таки имеются. Но эти минусы, они из разряда «разрешите доебаться». Первый минус, разумеется, то, как Банжи ввели игру Трансмог. Я не думаю, что здесь мне стоит распинаться на полчаса. Я считаю, что Гринт слишком жесткий. Я, конечно, на Титане уже сделал все 10 баунти, и на Варлоке, на Хантере сделал уже по 5. Но те, кто играет в игру мало, а таких игроков очень много. Им будет тяжеловато за сезон сделать себе кап баунти по 10 на персонажа. Что касается доната, ну, мне нечего сказать, кроме того, что я считаю, что это очень плохой мув. И я думаю, что через полгода или год Банжа немножко ослабит свои аппетиты э, в плане вытягивания бабок из игроков. Но сейчас это выглядит как очень противный мув. Разумеется, немножко пыл уже остыл э, с момента анонса Трансмога и его подробностей. Но все равно неприятно. История неприятная, и я не откажусь от своих слов. Банжи с Трансмогом люто обосрались они могли получить большой плюс за трансмог, они его получили, потому что в игре наконец трансмог появился. Но история с донатной валютой и история с ограничением по баунти и, соответственно, с гриндом самим, она очень сильно перекрывает плюс того, что трансмог вообще в игре появился. Это вот такой вот первый серьезный минус, который меня прям подбесил. Второй минус тоже из разряда защиты доебаться» касается плейлистов. У нас уже прошло 600 плюс дней с момента, когда в PvP была новая карта. Новая карта. Последняя новая карта PvP у нас была, именно новая карта была в первом сезоне Шедокипа. В сезоне Бессмертия карта «Фрагмент», по-моему, на Меркурии, не суть. Новых карт с момента больше не было, как и новых режимов. Да, у нас появились новые старые карты в сезоне Величия, когда банжи вернули испытания сервиса Но тут надо понимать, что с выходом Beyond Light банжи удалили примерно 10 карт, если не больше, а взамен дали нам 0 новых карт. Мне, как игроку, который играет в PvP достаточно много, я играю в PvP реально много, хотя я по большей части PvE шер мне немножко неприятно, что за почти два года выгоден ноль новых карт. Я отлично понимаю, что у студии, возможно, есть приоритет по ресурсам. И я ни в коем случае не принижаю заслуг по поводу этого и прошлого сезона в плане контента для PvE-игроков. Но пора бы банжи дать что-то и PvP-шерам. Потому что ноль новых карт и режим за почти два года — это ненормально. Баланс не есть контент. Да, Bungie справедливости ради стали гораздо чаще балансить игру, и скоро у нас будет очень серьезный нерв Стадиса, что большой плюс, потому что каждый нерв Стадиса — это плюс для ПВП. Я немножко, осужд... Я немножко недоволен э, нерфом бегемота в целом, об этом про это и говорить не буду, потому что у меня недавно эта жопа сгорела. Но каждый нерв стадиса — это плюс. Балансить банжи стали чаще. Но ноль новых карт и режимов, повторюсь, ноль новых кар карт и режимов за почти два года это не круто. про Гамбит я вообще молчу. про Гамбит Банжи вообще как будто забыли его можно из игры тупо удалить. это второй минус. в целом все. если в том сезоне я бы канул на то что Банжи забили Болт на космодром не стали его э добавлять в игру полностью а дали приоритет новому контенту то в этом сезоне таких доебок у меня не имеется. Наверняка я какие-то минусы забыл, потому что если бы я сейчас писал бы себе бы список минусов, то там наверняка было бы далеко не два пункта, а было бы гораздо больше. Но вот такие самые полезные минусы я назвал. Это трансмог и его появление в игре. И это то, что в PvP и в Гамбите нету новых карт и режимов. Я могу покануть по поводу того, что FPS-ов на компе все еще нету, поэтому я все еще играю только на консоли, потому что на компе мне играть очень неприятно. Но это, видимо, банджа, решат только к выходу в Вичквин. Как-то вот так. Если этот сезон и прошлый э, станут, так скажем, э, как бы это правильно назвать, если все будущие сезоны, исключая сезоны, которые выходят вместе с дополнениями, типа Охота и Бессмертие, если все сезоны будут вот такими, как сейчас, то у игры хорошие, так скажем, как все говорят, будущее. Потому что получить такой набор контента за сколько? За 4 месяца. Я имею в виду именно промежуток от начала сезона избранной и до начала этого сезона. Это круто. У нас новый рейд, два паблик-ивента, экзотная миссия, пинакл миссия имею в виду с удалением, экзотная миссия на скаутку, куча пушек, нарратив и сюжет. Это балдеж. Если у нас будет так и дальше, то у игры все будет хорошо. Но, повторюсь, у игры все еще есть некоторые проблемы, но они постепенно решаются. Теневые энграммы Банжи улучшили. А, рандом пушек банджи немного улучшили путем введения двух перков на пушках Адепт, соответственно, в этом, в Найтфоллах и в Асирисе, это большой плюс. Статы стали падать тоже получше. Это тоже большой плюс, потому что у многих все еще только дронных стат. И это касается всех режимов, поэтому да, это тоже большой плюс. Фома в игре все меньше и меньше и меньше. Так что я всегда люблю до чего-то доебаться, докопаться. Но в этом сезоне таких моментов очень мало. Поэтому как-то вот так. Получается у нас сезон Заебись.